Так, мероприятие наше продолжается. Где Михаил Пантелеев, шоумен и человек? Вот. Вот он показывает пример, не очень классический. Итак, сейчас на сцену приглашается Ян, иначе говоря, Александр Ясантис, город Барнаул. Группа «Навигатор». Такое длинное название. Ян Александр Ясантис, группа «Навигатор», город Барнаул. Если кто-нибудь часто посещает всякие разные концерты, он, наверное, должен знать. Да вообще, не то что концерты, даже хотя бы музыкальный магазин на Ленинском проспекте. То вы должны, наверное, знать Александра Ясантиса и оказать ему должное внимание своими аплодисментами. Девочки визжат, мальчики свистят и так далее, да. И еще одна замечательная просьба, то есть вот так вот проходите в зал, что вы там стесняетесь места, посмотрите, как много, а то столпились все и стоят, смотрят. Убедительная просьба, если кто-нибудь видел Сергея Аполлонова где-нибудь рядом, стукните ему по плечу и скажите, чтобы он сел в барабаны в свои. Добрый вечер, уважаемая публика! С праздником вас, музыкантов! Очень приятно видеть вас, моих старых и новых друзей. Спасибо тем, кто вообще пришли сюда. И еще хочу сказать спасибо ТО «Мельница» за их великодушное приглашение нашей немногочисленной группы на этот концерт. Мы с удовольствием сейчас сделаем разнообразие в сегодняшнем вечере. В сегодняшнем, извините. О, сейчас сделаем. Кстати, у вас есть время сбегать покурить, выпить, вернуться, и мы начнем. Оставайтесь с нами. Тук-тук. Можно звук оператора попросить? Дайте, пожалуйста, уберите хал, поставьте просто дилей. Если у вас это не зачтет за труд. Раз. Ага, можно чуть-чуть его сделать по... Чтобы не тук-тук-тук, а тук-тук-тук.
спасибо большое. А, еще такая просьба, извините, что мы вас задерживаем. Бас в мониторы подкиньте, пожалуйста. Песня из репертуара известной «Машины времени». Наконец-то она приезжает еще один раз в наш город. А сейчас песенка из нашего репертуара, она называется «От винта», то есть...
Спасибо, уважаемая публика! С праздничком вас! До свидания! Не прощаемся! Браво! Александр Удовихин! Тело без музыки все равно, что музыка без тела. А сейчас я воспользуюсь своим служебным положением. Попрошу Виктора включить мою фонограмму. И попытаться не сделать небольшую лирическую паузу, во время которой можно потанцевать. Жил-был я, стоит ли об этом? Шторм бил в молод был и мил. В порт плыл флаг с выигрышным билетом. Я вспомнилось, что жил весь снег зной, мокрые бульвары, ночь, свет глаз,
локон у плеча. Шли всю ночь, листья обрывали мы, ты, я, нежность и печаль. Знал соль слез, нежилые стены. Ночь без сна, утро без тепла. Газ погас, город опустелый. Взгляд без глаз, окна без стекла. Где тот пляж с золотым песком? Где тот лес с шепотом поближе? Где тот дождь вместе босиком? Встань, сбрось сон. Не смотри, не надо. Сон не жизнь. Снилось и забыл. Сон как мох в древних колоннадах жил, был я.